Короче, только что случилось. Шли мы просто с Тамсом, спокойно шли. Сзади никого, впереди. Здравствуйте. Спереди никого. Ебуть. Шли не в такой людной месте, не в таком людном месте. Догоняет женщина сзади нас. Я не знаю, откуда она возникла. Именно сзади догнала, там, где-то, я не знаю, ну, на таком расстоянии и кричит: мужчина, уберите собаку, там, оденьте намордник, я сейчас буду видео снимать. Сзади шла, не спереди. Просто адекватные люди идут, и понимают же, что собака адекватная, воспитанная. Ничего не говорят. А эта женщина сзади догнала. Пойдем, мальчик, пойдем. Сзади догнала. Я думал, мне послышалось, что мужчина, типа, убери собаку, повернулся. Думал, может, уже глюки. Тем более, думаю, она сзади идет. Нет, второй раз кричит. Уберите собаку там. Я сейчас буду на видео снимать. А здесь дорога, Рамс, надо было ждать. Ну пойдем, можно. Короче, забавная история. Интересные кадры бывают.